Ребята, приветствую на канале. Сегодня хочу снять видео по поводу сборки батутов. Вот какие-то габариты его, самого вес упаковки со всеми 52 килограмма. Сейчас буду распаковывать и начинать его собирать. Вскрыл верхнюю упаковку, и вот он лежит упакован, и сейчас буду разбираться. Так, немного разобрал. Вот сетка идет, потом полотно само. Вот эти вот, скажем, палки с уплотнителем таком. И вот добрался до инструкции. Сейчас хочу изучить сразу первым делом инструкцию. Так, почитав инструкцию, первым делом надо собрать круг. И потом натягивается полотно и натягиваются пружины. А потом стойки и все остальное. Поэтому действую по инструкции. Так, вот уже образовывается круг. Сейчас соединю в том месте. И потом полотно и пружины. Под углой ставятся такие вот, скажем, крестовины. То есть вот в этом месте поставили. Сейчас в этом будем ставить. Получается вот такой вот круг с пружинами. Все очень плотненько, все натянуто. Пружины тяжело устанавливаются. Вот он уже практически основное собрано. Стойки. Останется потом подзакрутить все. Ну, в принципе, материал уже готов. Сейчас попробую залезть на него. Ну, прыгается хорошо. Батут уже практически готов. Осталось натянуть боковые сетки, это все ограничители. И он, как бы, в принципе, уже готов к развлечениям. Вот так собирается. Вот такие вот ноги.